Привет, мои хорошие. Вот у меня пришла посылочка. Так, ребят, вот эти посылки теперь я решила вот что делать, куда загружать. На Facebook буду загружать. Я дам, там есть у меня на канале, на первом канале, да? Там есть Facebook подписаться с левой стороны, да? Нажимайте и подписывайтесь, я туда буду выкладывать. Я и загружу сюда, и туда, конечно. Вот. Вот это будет выкладываться и Facebook тоже. Вот смотрите, так вот бумага. Бумаги что-то мало положили. Так, смотрим дальше. Заказала еще и вот эти капсулы. Я увидела вот эти вот капсулы. Я их покупала с ароматом, видите? С ароматом Ленорда. Все в одном, тайт. Это с ароматом Ленорда для использования в стиральных машин любого типа. Вот. Средство моющее, синтетический жидкий. Синтетической жидкой в растворимых капсулах. Вот я решила купить, потому что возвращает хорошо в Яндекс.Маркете эти кэшбэки. У меня есть приложение, и оттуда очень хорошо возвращают кэшбэки. Кэшбэк начисляют. Заказала вот такую вот чечевичку, да? Тарелочную, вот такую еще заказала. Думаю, ладно. Пусть будет. В хозяйстве всегда пригодится. Вот. Ой. Две. Так. Заказала. Хорошо, еще не раздавились. Вот такой крем еще купила. Вот, ребят. Вот такой крем. Вот такую кремушку заказала. Вот я неудобно так. Вот длинку вот так вот. О, и видно полностью его. Вот такой крем я уже пользовалась. Знаете, его надо намазывать. Прям строим так вот. Раз намазать. Как вот, знаете, как крем каким-то мажешь себе, да, от боли. Там спину, ногу, руку. Вот это вот надо намазывать прямо. И знаете, оно меньше растут волосики и раздражение. Оно будет чувствоваться, как почесаться, да? Но лучше не надо чесаться никогда. Надо перетерпеть, и тогда это чесание не будет. Вот такой я же покупал. Я должна была сколько? Одну вроде взяла. Вроде бы одну. Так. Заказала еще вот такие, я увидела, штуки. Вот, вот такие штуки, видите? 12 штук, думаю, пригодится так что-то, знаете, да даже вот прикрепить что-то такое. Они такие, знаете, красивые такие, и большие такие, крепкие, да, вот. Да даже белье можно вешать на ими. Я попробую. Вот, почему нельзя? Вот. А я это летом вешаю на балконе. У меня там занавесочка висит. В два строя. Вот можно ими накрепить, и когда сильный ветер не сорвет. Ну вот. В коробочке вот. Кто это делает? Сейчас посмотрим, кто это делает. Ой, надо как-то руку взять вот так, во. Так, сейчас посмотрю. Интересно, кто это делает. Вопрос по качеству доправления. OFIX IMPEX. Так, предназначен для скрепления листа бумаги. А что-то не написано, видите, не пишут. Это Китай матрица делает. Это Китай все матрица делает. Ну-ка, русская тут ведь. Вообще-то, по идее, если это даже китайское, оно не должно по-русски быть. Должна перевод был, бумажка приклеена. Так, заказала я вот такой вот лоск, решила. Он был по акции, да? Вот, вот такой лоск. Я сейчас раскрою его. Я вам покажу. Вот. Я распаковала. Нет, вот так все-таки.
Вот. Есть у меня и капсулы, горные озера, вот такой. Я решила жидкость попробовать. Вроде густое, густое. Если мне... Я никогда не покупала, вот решила попробовать. Буду стирать вещи хорошие, да, вот этим вот. Так, ну вот смотрите. Вот, сейчас я вам почитаю. Гель с формулой 6 последнее поколение средств для стирки лоск, содержащий шерсть экзимов, который эффективно справляется с различными видами загрязнений и обеспечит уход за тканью. Результат стирки, чистота и свежесть аромата вещей. Так, это без фосфатов, вот это должно быть. Не покупайте с этими фосфатом 3 года. Срок 3 года. Вот табличка. Кому интересно посмотреть. Один целых и 3 литра. Вот. Но вот тут не пишут. Кстати, я подсчитаю вам. Состав 1 ПАВ и неонных. Так. ПАВ 5 неионогенных. ПАВ, фосфонатов, мыло, фосфонаты есть. А было написано, что там нету. Ну ладно. Ладно, ничего. Я для пробы взяла. Не было на сайте написано, было без фонатов. Без фосфонатов. Вот так вот. Ну ладно, попробую. Вроде у меня чесотки нету. У меня чесотки нету. Пользовалась и когда не чесалась. Так, заказала, вот, потому что мне маслице нужно. Вы знаете, всегда в эфире я показываю. Вот это масло покупаю, яство из деревни. Вот, она, видно, без бумажки сверху. А, без этой вот этой бумажки тут приходит на Яндекс.Маркете. А это неправильно. Вот эта бумажка должна тут приделана. Конечно, это неправильно. Если действительно это не подделка. Но где я писала производителю, он сказал, что на Яндекс.Маркете это его товар. Так что вот так вот. Вот такое вот пришло. Вот, мои хорошие, смотрите. Кому если понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Помогаем каналу, поддерживаем. До новых встреч, ребят, до новых встреч.